Большая вода сошла, а там, где пару дней назад мутные реки сметали все на своем пути, сейчас разбирают завалы, расчищают грязь и убирают с дорог оставшиеся затопленные машины. Сегодня все силы экстренных и коммунальных служб брошены на ликвидацию последствий. Единственной проблемной точкой в Большом Сочи на данный момент остается поселок Мирный. Основной удар стихии пришелся как раз на него. Все аварийно-спасательные работы практически завершены, люди возвращаются в свои дома, но многие не узнают жилье после обрушившегося тропического ливня и подсчитывают ущерб. Затонули диваны, шифоньер, кресла, тумбочки, паласы. Все, все диваны мокрые. Во все дома, которые более-менее просохли, уже вернули подачу электричества, газа и воды. Прибрежную зону одного из красивейших курортов страны. От тонн грязи и мусора заканчивают расчищать спасатели, коммунальщики и волонтеры. Всего больше 2000 человек. Параллельно идет работа с теми, чьи дома вода уже покинула. Группы специалистов обходят дворы и оценивают ущерб. Работу комиссии на выходных лично проконтролировал глава региона Вениамин Кондратьев. Он также обошел дома по закрепленному за комиссией участкам. Сколько комиссий находится в данной территории для того, чтобы максимально описывать имущество поврежденное? С целью выплаты компенсации полной, частичной, чтобы мы понимали, по наличию средств. Значит, здесь сейчас работает не менее 40 бригад, межведомств, которые стоят и БТИ, и горжилинспекция, администрация района. С сегодняшнего дня пострадавшие начали получать выплаты. Заявление на компенсации можно оставить в трех штабах, которые работают в Адлерской, Хостинской и Дагомысской администрациях. В зоне подтопления оказались почти 2000 домов. Это порядка 4000 человек. Предварительная сумма выплат от ущерба оценивается в 350 миллионов рублей. Правда, не все пострадавшие, которые жили в домах, были там прописаны. И самый больной для них вопрос, как в этом случае претендовать на помощь. Вениамин Кондратьев обещает разобраться в каждом отдельном случае, требует от местных властей к таким проблемам относиться внимательней. Мы не там живем 15 лет. Просто так получилось, что вот я и муж не прописаны. Прописан сын, внучка прописана. Но то, что мы здесь живем, это все знают. Я понимаю жизненную вашу ситуацию. И давайте поступим так. То есть сегодня мы изучим правовую возможность признать ваш факт проживания в установленном законном порядке. И на основании этих документов произвести вам выплату. В поселке Мирный за последние несколько лет дома местных жителей, по их словам, подтапливает уже в шестой раз. Исполняющий обязанности губернатора во время общения с людьми заверил, этот вопрос будет решаться, чтобы подобные ситуации не возникали в будущем. Легче один раз отладить работу инфраструктуры, чем постоянно выплачивать компенсации. Важно понимать, что поселок находится, конечно, в низине. Сегодня нужно комплексное, правильное решение, которое позволит впредь избежать затопления или даже подтопления данного поселка. В противном случае, даже при более-менее серьезных осадках, мы будем иметь вот ту же самую воду. Поэтому я считаю, для нас первичная задача при поддержке сегодня правительства России, президента, эту задачу обозначить. И я уверен, при правильном комплексном решении, техническом решении, эта задача, конечно, будет решена. За сутки в Адлере выпала двухмесячная норма осадков. Это был самый сильный ливень в Сочи за все время метеонаблюдений. По словам главы федерального МЧС, естественно, никакие даже современные системы на 100% не могли справиться с такой стихией. Но самое главное, что благодаря своевременной работе всех краевых служб удалось избежать масштабов крымской трагедии и практически за три дня устранить последствия исторического потопа. Мы на самом деле хотим сказать спасибо администрации за их, как они среагировали. Много всяких случаев было, и мародерство, и слухов. Но на самом деле все не так страшно, как нам это все казалось. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Сочи сильных дождей не ожидается. Правда, потом над Олимпийской столицей может пройти новый грозовой фронт. Александр Иванченко, Нина Руденко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Александр Киреев, Кубань-24, Сочи.